Ребята, Новый год наступил, но подарки не заканчиваются. Спасибо большое за активность. Чтобы порадовать вас еще больше, вместе с создателями игры «Викинги» я провожу новый конкурс. Главный приз – 2 iPhone XS и суперприз – это новенький MacBook Pro. «Викинги» разыграли уже 30 айфонов и 12 MacBook'ов. Ежедневные челленджи, развитие замков, интересные квесты и миллионы игроков – все это ждет вас в «Викингах». Итак, друзья, что нужно сделать, чтобы получить свой приз? Все очень просто. Хотите получить iPhone XS? Скачайте «Викингов» по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть суперприз MacBook Pro, просто достигните самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников. Каждый ваш переход по ссылке в описании под этим видео помогает развивать канал. Качайте «Викингов» по ссылке в описании, и только в этом случае вы получите 200 голды и бесплатный щит. Розыгрыш состоится 4 февраля, не пропусти. Я вас приветствую. Я вас нет, а что вы тут делаете? Работаем. Сейчас посмотрим, как вы работаете. Вы тут не работаете, вы тут зарабатываете. А что происходит здесь? Ну идемте, расскажите, в каком смысле? Что-то произошло здесь? Где? Здесь, на этом участке дороги. А что должно здесь произойти? Ну я не знаю, если вы тут стоите, что-то произошло? Мы здесь стоим, занимаемся охраной общественного порядка, обеспечением безопасности дорожного движения. Да? Каким образом, интересно, стационарно вы тут находитесь и обеспечиваете? В каком смысле? Расскажите, что случилось? Причина остановки, суть скорого правопорушения. Причина остановки, осмотр транспортного средства на причастие к ДТП. Нет такого. Садитесь, проезжай часть. У меня как-то автомобиль может быть поврежден. Не, вы с дороги садите, я вам объясню. Вы мне тут объясните. Вы с проезжей части, садитесь. Я не на проезжей части, мы с вами стоим вместе на коробке. Давайте рассказывайте, зачем меня остановили. Вы что, я с вами культурно разговариваю. Я тоже с вами культурно. Суть скоренного правопорушения, причина забыта. А я говорю, поясните мне причину остановки. Чем вы тут занимаетесь? Вы можете с проезжей части? Я все объясню вам. Объясняйте. Так садитесь. Да я не на проезжей части. Не... Что вы садитесь за зациклил вас? Я за вас переживаю. Как вас зовут? Представьтесь. Капитан Томак, моя фамилия. Будьте любезны, Томак, удостоверение. Вы думаете, я без удостоверения? Я думаю, что вы взяточники обычные, которые тут стоят, как ваш мозговой Илья, который бабки берет. Я думаю вот так. И у меня есть основания так думать. У меня есть основания думать, что вы здесь косите каждое утро в Чугуеве. Кошу, видите, у нас косы нету, чтобы мы косили. Вот у вас есть кое-что другое. Показывайте, что такое, что это такое. Камеру уберите, я вам покажу. Чего? Кто мне запрещает снять ваше удостоверение? Какой я закон? Не хочу, чтобы вы снимали. Может, мало того, не хотите, увольняйтесь. Ну, удостоверение. Хотите посмотреть? Не хотите. Да. Нет, я хочу нормально посмотреть. Так я нормально вам покажу, уберите камеру. Вам так водители показывают свое удостоверение? Мне показывают нормально удостоверение. Так и вы нормально так показываете. Вы уберите камеру. Да я буду решать, что мне снимать, что нет. Мне ни один закон не запрещает. Вы отказываетесь? Уберите, я вам покажу удостоверение. Да мы с вами не торгуемся, вот здесь не так поле я не чудес. Вами, я вам показываю. Вы мне показываете удостоверение, я его смотрю в развернутом виде. Я говорю, уберите камеру, я вам покажу. Да с чего вы решили, что я буду его убирать? Вы подделать удостоверение. Что мне мешает его в интернете скачать и подделать? Я что? Не знаю. Мы знаете, показывайте. Как вас зовут? Вы еще не полицейский. Валерий меня зовут. Валерий, будьте любезны, я удостоверение. Я вам покажу. Так удостоверение не показывает. Я покажу вам без камеры. Я не собираюсь торговаться с вами. Я не торгуюсь. Мне закон ни один не запрещает снимать. Я с вами снимать. Не торгуюсь. Мне ни один закон не запрещает снимать ваше удостоверение. Я с вами не торгуюсь. Я говорю, я покажу удостоверение без камеры. Да с чего вы взяли, что я буду идти на ваши условия? Вы мне согласны закону Украины. Я не взял, я просто говорю, что я вам не покажу его без камеры. Вы не отказываетесь показывать? Так без камеры покажу. Да нет такого с камерой, без камеры. Вы что по первому требованию такого? Обязаны мне показать. А вы для чего хотите мое удостоверение? Для того, чтобы зафиксировать, что вы это вы, ваше удостоверение. Я вам покажу, вы зафиксируете. Показывайте. Вот я вам показываю. Да что это такое? Вы потом себя снимете и скажете, да, действительно, это он. И все. Вас так устраивает. Так, вы показываете или нет? Будьте любезны. Да что значит уберите? С чего вы взяли, что я буду идти на ваши условия? Я вас не заставляю на мои условия. Вы просите показать. Так, вы я вам говорю, я вам покажу. Вы норму закона будете исполнять? Я вам говорю, я вам покажу удостоверение. Показывайте. Да уберите камеру. Да я не хочу убирать ее, и вы все. Не хотите, я вам тогда не покажу, если вы не хотите. Вы не поняли, я вас не прошу, я требую выполнить норму закона. Я вам объясняю, я вам покажу. Вы отказываетесь? Так вы отказываетесь. Отказываюсь от чего я? Показать удостоверение. Я вам покажу без камеры. Да нет такого без камеры. В чем разница? Скажите, что вы посмотрите без камеры или на камеру? Скажите, вы больной? Я не больной, я здоровый. Я говорю, что мне ни один закон. Вы мне скажите, разница в чем? Разница в том, что одни работают, а вторые берут взятки, как Илья Мозговой. Вот в чем я разница. Не знаю, как... так же, я не знаю, вы такой не знаете, Илья кто такой Илюша, нет? Нет? Не знаете? Посмотрите в интернете ваш напарник, который точно так же себя я вел. Я напарник Илья Мозговой. Отлично. Вы будете показывать или нет? Напарник. Хорошо. Я покажу вам. А что смешного, не могу понять? Ну а зачем вам? Вы хотите на камеру снять? Да это мое личное зачем дело. Мне ни один закон с не запрещает. Вы... Для того, чтобы наслаждаться вы дома и пересматривать. Просто да, посмотреть. Принципиально. Давайте смотрите. Томах Валерий Александрович,
до 2020 года. Томах, Валерий Александрович, будьте любезны. Теперь пройдемте со мной, вы мне расскажете. Да. Суть скоростного правопорушения, причина зупинки. Я же вам объяснил суть скоростного правопорушения. Что осмотр я скоро? Осмотр транспортного средства на причастие к ДТП. Я хотел ваш автомобиль посмотреть. Какого ДТП? А вы прибежали сюда. У меня автомобиль никаким образом не поврежден. Ну, так я ж не знаю, я хотел посмотреть на вас. Что значит не знаю? Вы по каким признакам? Не поврежден никаким образом. Вы когда останавливали автомобиль? А какой будет человек сейчас ездить? Вы... Что значит? Я говорю, вы когда оставили мой автомобиль, да. вы чем руководствовались? У нас есть ДТП разыскного. Какой автомобиль фигурирует? Там нету марки транспортного средства. Можно любые останавливать? Да, можно любые. То есть вам дало право, государство любые останавливать? Если автомобили крашеные или... Это не тот человек. Я показал удостоверение, мне камера. Что вы идите, занимайтесь? Вы что, а зачем вас остановили? Я извиняюсь. Зачем они вас остановили? Что хотели? Понятно. Чтобы что? Чтобы я позволил заснять на фотографии. Ну, я говорю, он на видео может снимать, а фотографировать не может, я так понял. Скажите, вы дебил, что ли, вообще? Вы зачем человека отвлекаете? Счастливого пути. Я вас остановил, понятовка, в вашем присутствии. Хотел посмотреть. Он хотел посмотреть? Удостоверение. Вы сомневались, что это он? Вы говорили, он, это не он. Вообще с понятой. Скажите, вы что, считаете, что вы здесь, в Чугуе, можете останавливать кого угодно? Понятой, если... Я говорю, вы считаете, что вы... Человек себя ведет неадекватно, понятой останавливается, чтобы зафиксировать. Так неадекватно вы себя вели, вы удостоверение не показывали. Вы себя вели неадекватно. Я удостоверение вам покажу без камеры. Да нет такого, покажу, не покажу. Сыточка есть. Я номер тебе оставлю, сейчас пару минут. Просто разница в чем, ведь покажу я на камеру. Есть люди, подделывают удостоверение, знаете, служебное. Да мне не надо знать. Я удостоверение. Мне не надо знать. Мне надо знать. Давайте так. Если вы интересуетесь, мы составляем на вас заявление о беспричинной остановке сразу. Сразу. Я вам сказал причину остановки. И что, вы мой автомобиль если смотрели? Вы считаете, что это беспричинная остановка, это же ваше личное мнение. Да, правильно? Я так считаю. Ну, и я что, так что не вы считаю. Косите здесь каждый день? Ну, это вы так думаете. Пока вас не словят. Это же ваше личное мнение. Личное ваше мнение, когда я поймаю вас, когда вы будете брать бабки. Не надо меня ловить. Я буду вас ловить. Не надо мне. Я буду. Нет, нет. Поверьте мне, ребята, одни уже так умничали. Вот так что и будет. Умничаем? Я с вами нормально общаюсь. А я не нормально с вами общаюсь. Я отвечаю на ваши вопросы. Сворачивайтесь. Идите отсюда по-хорошему. Я вас нормально прошу, прекратите косить. Сворачивайтесь, хватит. Бизнес закончился. Какой бизнес? Ваш бизнес. А что смешного? Ну вы так говорите бизнес. Мы вроде не бизнесмены здесь. Да, а вроде не бизнесмены, а бабки берете. Херово вы несете службу, ребята. Ну я не знаю. Херово, вас Чугуев постоянно фигурирует. Откуда? Идем покажу. Покажите. Откуда такая информация у меня по Чугуеву интересна? Вы видели своих коллег чугуевских? Как говорите? Видели коллег чугуевских ваших здесь, которые нет, деньги не берут? Вы же не видели? Илья Мазова, не знаю даже кто это. Не знаете? Не видели, да? Нет. То есть вы привыкли где окна? Должен, где должен увидеть я? Ну, в интернете видели? Не смотрю интернет принципиально. А, не смотрите? Нет. А, отлично. Вы мне красную шапочку напоминаете, которая шла ночью в лес, да. И не знала, что там есть волк. Я вас не оскорбляю, ни волком, ни красной шапочкой, не. Не, вы а не похожи мне ни на того, ни на другого. Вы просто похожи на обычного взяточника мудака старого. Ладно, раз вы не смотрите интернет, я для вас сделаю эксклюзивный показ. Вашего коллеги, которого вы и так знаете. И которого вы знал так бы, видели. Я вам бы сказал, что я знаю. Да? Не знаете, такой лишь мозговой? Миллион людей по Украине знают, а вы нет. Ну что, в интернет залазит, там негатива знаете сколько? Да, действительно, там то вас за руку ловят, там очень страшно. Меня за руку ловят. И вас ловят, не переживайте. Меня за руку ловят. Вас ловят тоже. Так... Покажите, как я за руку ловят. А вы думаете, вы какой-то особенный, у вас своя схема бабки брать? Я не знаю, как это. Я зато знаю. Я зато знаю. Не знаете, не слышали? Где вы служите? Управление. Управление чего? Управление превентивной деятельности. Где, в каком регионе, в области, городе? В области. Область чего? Это Чугуев? Вы относитесь к Чугуеву? Да, там мы относимся ко всей области. То есть вы не знаете, что в Чугуеве взяточники такие есть? Нет, вам не доносили это по службе. Вы прогуляли этот урок, да? Наверное, да. Очень плохо вы прогуляли. Идемте, напишу заявление на вас, чтобы вам было, дошло до вас наконец-то. Дайте, пожалуйста, листик, ручку, напишем заявление. Идемте. Идемте, листик, ручку, напишем заявление на вас. Ну садитесь. С автомобиля, пожалуйста, выйдите. Я хочу заявление написать. У вас бумага есть? У вас должно быть. Нет. Знаете, у вас нет бумаги. А как вы принимаете пояснение? Кого принимаете? Пояснение как принимаете? Закончилась у нас бумага. Да, что ж вы тут делаете? У вас нет ни документов, ни бумаги, ни ручек. Никаких документов у нас нет. Я составляю. Вы административные материалы составляете? Конечно.
Как вы пояснение принимаете? Выйдите с автомобиля, выйдите, пожалуйста. Я хочу написать заявление. Выйдите с автомобиля, к себе можете присесть. Да что не мешает к вам сесть и написать? Что значит, это служебный автомобиль. Отлично, вы попросили, именно, себе домой. Он именно для этого предназначен, чтобы граждане сидели, писали заявление. Вы у себя в автомобиле. Да я у вас могу это написать. Чтобы у нас тут ничего не похитили. Так вы садитесь со мной, вы мне как раз поможете. Садитесь. Так вон есть понятой. Сейчас еще двоих приведу. А мне не надо понятые для того, чтобы я заявление написал. Присаживайтесь. Я постою. Давайте листик, ручку, напишем заявление на вас. Николай Иванович вам будет. А что, Николай Иванович принимает решение, соблюдать закон или нет? Листик у него есть, видите. Залез в автомобиль. Вы еще, вы маме позвоните, еще пожалуйтесь. Какой, вашей? Своей позвоните, скажите, ваша, залез человек в машину. Вы, наверное, хотели стать оператором, да, или режиссером. А вы, наверное... На режиссерский не получилось. А вы бизнесменом хотели стать, не получилось, да? Да. Решили в полицию пойти, тут проще, можно деньги зарабатывать. Да. Налоги платить не вот надо. Вот вам лист бумаги. Давайте. И сюда выходите. Если можно, еще ручку дайте. Говорю, сюда выходите. На улице минус 12. Я не хочу, присядьте со мной, есть, вы поможете мне. У вас есть автомобиль, я вас трогал. Трогали, не трогали? Лично я один патруль. Для меня нету личности, для меня есть орган полиции. Вы оба для меня орган полиции. И ручку. Я вам даю листочек. Будьте любезны. Будьте добры, пишите, пожалуйста, заявление. Присядьте, поможете мне. Мне надо ваша помощь. Да мне понятые для этого не нужны. А что? Мне нужны. Вы сотрудник полиции. Вы сели в мой автомобиль. Это не ваш. Алло. Служебный автомобиль. Откуда он появился? Вам объяснить? Кто, машина? Да, откуда служебные машины появляются? Объясните, откуда? Пожалуйста. Объясню вам. С денег налогоплательщиков. Мы автомобиль все скинулись, этот вам приобрели. Да. Именно для того, чтобы, когда мы захотим что-то сделать, в том числе написать заявление, сесть в теплый автомобиль и с вашей помощью написать заявление. Да, автомобиль государство нам выдало, не выдало. А государство откуда деньги взяло, извините? У государства свои деньги есть? Откуда у государства деньги? Откуда появляются эти деньги у государства? Так правильно, а государство откуда взяло деньги это? Говорю, не вы же нам скинулись на автомобиль. Нам государство выдало. А государство деньги... Причинно-следственная связь улавливаете? Откуда государство деньги взяло? Я связь не должен улавливать. А, правильно. Вы только бабки тут. Садитесь, будете помогать мне писать заявление. Я просто... Есть планшетка у вас что-нибудь? Нет у нас ничего. А, ничего у вас нету, блистиков нет, ума у вас нету. Это самое главное. Называется Киев, Харьков, Довжанский. Отлично. Чтобы вы на будущее знали. Замерз? Замерз. Но вам это никак не поможет. Да, конфетка, да? Не, спасибо. Сами ешьте. Не хочу быть похожим на вас. Мозг увеличивает. Так, значит, вы господин Сало, да. А вы фамилию еще раз? Я не господин. Томах, да. Моя фамилия. Томах. Вот, пожалуйста. Инспектор я. Да, вот инспектор Томах, инспектор Сало. Дорогие друзья, кто стал жертвами двух этих вымогателей, будьте любезны, пишите в комментариях. У кого есть случаи с ними, с кого они взяточку требовали, кто им что передавал, пишите обязательно мне по этим фактам, обязательно ставим заявление и будем привлекать данных инспекторов. Очень много людей, думаю, вас знают. Я думаю, что вы здесь вам очень часто стоите. Пути. Нет. А я никуда не уезжаю. Вы не поняли? Конечно, нет. Пока вы здесь будете стоять, я никуда не уеду, я буду с вами патрулировать. Смотрите. Дети мерзнут, стоят. Да, в машине посижу. Смотрите. Значит, история такая. Вот заявление. Поменяйте для информации, больше нельзя. Давайте так, по заявлению. Да-да. Якунинский Александр был остановлен сотрудником полиции. Ваш номер жетона на отрезке дороги 530 километров. Не смогли вы мне внятно объяснить законную причину остановки? Укажите, для осмотра транспортного средства участия где-то по это вы будете рассказывать в прокуратуре. Укажите же. Да. Хорошо, я расскажу. Пожалуйста, вы туда приходите и там не мне. Я вам сейчас просто зачитаю еще раз. Вы примете. Зачем вы мне зачитаю? Как это зачем? Вы спросили, почему? Вы скажете вам, что мне ясно. Да. Так что вот, мне не ясно? Вы меня спросили, я вам ясно ответил. Хорошо, в прокуратуру придете, поясните, расскажете. Хорошо. Все это дело, это уже ваша проблема. Значит так, Якунинский Александр Ильич был остановлен сотрудником полиции, номер значка такой-то, на отрезке дороги Харьков, Чугунск, 530 километр, Должанск, да? Вы это, как для чего это читаете? Для того, там что... же все написано, я думаю, там в прокуратуре люди почитают. Правильно? Я просто боюсь, что до вас не дойдет, поэтому я вам зачитаю лучше. До нас не дойдет что? Суть вашей работы до вас не может дойти который год. Вы не можете понять, зачем вы работаете. Это самая большая проблема. Вы не можете внять, что вы помогаете людям, а не доите их. Это вы не можете понять, что таких, как вы, давным-давно надо было еще при первой волне реформы сразу убирать, сразу. А вы до сих пор стоите здесь на трассах. Вы
Доите, да? Ну, да? А как? Ну как, стрижете, я стоите знаю, на лопате, как... берете взятки. Ну как донести боль народа к вашу... Лопат у нас нет. Вашу... Я заметил, что у вас вообще ничего нет. Ни знаний, ни ума, ни желания, ничего нет. Хорошо, что у вас ум есть. Спасибо большое, да. Возьмите, спасибо. Передайте. Жду ответа очень сильно. Обязательно.